Озвучил Зозя. Если вы хотите получать эксклюзивный контент и иметь ранний доступ к новым роликам, то подписывайтесь на мой канал Boosty. Там вы сможете получить вкусняшки, которые не выйдут на Ютубе. Также подписывайтесь на Телеграм, группу ВКонтакте и второй канал Вайфу в голове с озвучками фанфиков по BTS и не только. Канал строго 18+, и для тех, кто любит аудиокнижки. И не забываем оставлять лайк и комментарий, потому что это помогает развитию канала. А когда лайков мало и комментариев мало, мне становится грустно. Поэтому подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки в описании. Идешь. Раз, Шуга выполняет челлендж Джей-Хопа, он застрит с Джей-Коулом. Раннинг мэн. Разве это не после трех шагов? Раз, два, три. Верно. Шуга и Джей-Хоп тренируются перед съемкой. Затем лав-лав. Ты можешь сделать сердечко сзади. Шаг, шаг, шаг. Репетирует под музыку. Раннинг мэн, раннинг мэн. Два, три, четыре. Они начинают снимать. Это хайп. Идти в ногу с трендами нелегко. BTS. Let's go, Suga. TikTok. Ты перекрываешь меня. Шуга прячется за Джей-Хоупом. Начинает второй дубль. Ян Ки Мин! Let's go, Suga! Let's go! Я сделал что-то не то. Леп из-за ошибки Шуга. Извините, я ошибся. Мы сделаем это снова. Хорошо. Финальная настоящая версия. Я тоже здесь. МЗ. Let's go. Пошли. Чувак, это утомительно. Действительно, действительно финальная версия для идеальности. Let's go. Я сделаю так, а затем наведу на тебя, ты будешь в кадре. Тогда я буду типа, мужик! Сегодняшний партнер для челленджа он застрял. Сделай это. Хорошо. Окей, окей, окей. Начинается первый дубль. Леп, когда он перепутал шаги. Не лучше ли, если я буду снимать издалека?
или будто у тебя суперсила. Ви дает идею для съемки. Как у доктора Стрэнджа. Тогда я должен использовать руку вот так? Да. Прокручиваем камеру. Съемка начинается с идеи, которую предложил Ви. Тогда это не выходит. Как нам это сделать? Ви не помещается в кадре. Мне просто снять это? Тогда Джей Хоуп, Хён. Тогда мы просто не будем этого делать, и я сделаю это, глядя сюда. Я буду смотреть со стороны и сделаю это. Окей. Я сделаю. Хорошо. Как только ты возьмешь камеру в руки, просто сделай так, и мы так запишем. Джей Хоуп, сначала ведь вот так и вот так. Да. Хорошо. Спереди по диагонали сбоку. Да. Хорошо. Еще один дубль. Хорошо справился? Нет. Давай посмотрим. Я не могу это делать хорошо без зеркала. Совершать ошибки — это часть очарования. Да, в этом свой шарм. Это весело. Окей! Окей, сможешь сделать? Да, я готов. Раннинг мэн. Да, это три раза. Раннинг мэн. Раннинг мэн. Правильно. Хорошо. Окей. Начинают снимать снова после того, как Ви отработал ту часть, которую, по его мнению, он мог бы сделать лучше. Как это было? О, да, е. О, е. О, да. Вам нравится? Нет. Еще раз. Что это было? Какая часть? Я видел, что Тэян очень хотел снимать снова и снова. Я буду это делать столько раз, сколько захочешь. Вот почему я буду таким. Могу хоть 100 раз повторить. Давай, снимаем всего 3000 раз. Every time I love, every time I love, every time I love.
Это было хорошо. Хорошо, посмотри сам, тебе понравится. Что вы сделали? Я снимался с закрытыми глазами. Вау. Было хорошо. Тебе нравится? Нравится. Точно нравится? Хорошо. Я немного расстроен, что не забил. Правда? Хочешь бросить еще раз? Ну... Еще раз бросишь? Нет. Почему? Нет, нет. Ты в порядке? Да. Ладно. Все молодцы. Молодцы. Попробуем разок. Хорошо. На этот раз съемка на свежем воздухе. Мне идти за тобой сзади, верно? Нет, я буду снимать и держать. Это 20-й этаж хайп. Практикуется с Чимином. Нет, это не так. Я хочу преуспеть в этом видео. Давай еще порепетируем. Смотри. Шаг, два шага. Раннинг мэн, раннинг мэн. Чимин снова тренируется после мониторинга. Потом убираем. Это хорошо, хорошо. Они начинают настоящую съемку. Видеосъемка челленджа наполнена смехом. Солнечный свет! На улице все еще немного холодно. Там я ошибся. Все в порядке. Что делаем? Еще раз? Давай еще раз. Хорошо. Снова снимает после мониторинга. Получилось хорошо. Довольный тем, как был снят челлендж On The Street. Я думал, что это там. Это не... 5, 6, 7, 8. Участники возвращаются внутрь, чтобы снять челлендж Like Crazy. Чимин и Джей Хоуп тренируются перед съемкой. Чимин стесняется делать хореографию с Джей Хоупом. Начинается съемка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разве не так? Смех продолжается во время съемок. Разве это не должно быть как в зеркале? Нужно поднять выше, чтобы было как в зеркале. Пойдем с этим? Да, давай с этим. Я в порядке. Тебе подходит? Тебе все нравится? Да, нравится. Давай посмотрим. Джей Хоуп, я буду серьезным. Еще один дубль после мониторинга. Oh.
Вопреки тому, что он сказал, что будет серьезным, он начинает смеяться, когда они встречаются взглядами. Так неловко. Джей Хоуп готовится к съемкам припева «Like Crazy». Пойдем? Да. Подожди, пока я это сделаю. Не думаю, что нужно начинать с повернутой спиной. Правда? Просто встаньте лицом друг к другу и выпейте чашку кофе. Участники готовят пародию для вступления. Попробуй сделать пену. Давай. Поставь. Съемка начинается после того, как они репетируют. Хорошо. Ну как? Нормально. Нравится? Да, если тебе норм, то и мне. Начнем, повернувшись спиной? С чего начнем? Разве не лучше спиной? Это не имеет значения. Повернемся спиной? Разве мы это не делали слишком много раз? Разве не это? Да, так. Это наоборот. Нужно разложить, а потом собрать вместе. Просто наклонись сюда поудобнее. Я сделаю это. Сделаем после мониторинга. Мемберы репетируют хореографию перед съемками. Потом разве не вот так? И потом бам-бам. Правильно. Тан-тан. Ты на этой стороне, а я на этой. А потом такое движение. Можешь как угодно. Как делаешь ты? Я расслабляю вот так. А потом идет бит. И все, да? Да. Давай репетировать. Давай. Мы начинаем прямо сейчас. Сначала репетиция. Как я узнаю, когда начинать? Я покажу тебе. Собираетесь вместе. И собираемся вместе. Разве не так? Правильно. Это, а затем это. Так, повернись. Шуга отрабатывает части, которые он хочет улучшить после мониторинга. А после этого? Как долго я должен растягивать это? А, после этого. О, айм. Да. О, айм. Тогда с самого начала. И прыгай. Вот так правильно.
Мемберы репетируют в последний раз. Съемка начинается после репетиции. Собираетесь вместе. 5, 6, 7. Мне понравилось. Мне тоже. Было хорошо. Если тебе нравится, то и мне. Мне все нравится. Как все было? Было хорошо. Тогда и для меня хорошо. Они оба довольны челленджем Like Crazy. Отлично, мне нравится. Отлично. Если вам понравилась озвучка, обязательно оставляйте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал Зозя Озвучка. Также у меня есть канал по озвучке фанфиков «Вайфу в голове». Если вы хотите, вы также можете поддержать мое творчество на Бусти. Все ссылки вы найдете в описании к видео.